Я вчера говорила с врачом 2 часа. Представляешь, он сказал, что тебя просто нет. Вот смешной человек. И откуда он взял, если мы говорили с тобой в обед? Он мне дал коробок, надпись «Аминозин», вон лекарство от бед, слышишь, все победим, будешь пить, он уйдет. Я ответила «нет». Представляешь? Смешно. Ну скажи-ка, не бред? Первую неделю спустя. Я ему не скажу, что сегодня ты здесь. Не в моей голове, рядом кофе ты пьешь. Он нелепый такой, подозрительный весь. Завтра снова пойду. Хоть он врач, не на грош. Буду чаще молчать, не скажу о тебе. Снова будет бурчать, он в твоей голове, а я просто уйду. Не по нраву он мне. Я спокойна, когда ты приходишь ко мне. Вторую неделю спустя. Медсестра эта странная рыжая стерва каждый день утверждает, что ты в голове. Кто ей выдал диплом? Ты ж длиною в 2 метра. Не поместишься ты даже в целой во мне. Она смотрит и ржет. Каждый день дико злюсь. Может, мне повезет и сюда не вернусь. Буду дома с тобой. Там спокойно всегда. Только ты, мой родной, приходи иногда. Третью неделю спустя. Здесь так странно в больнице. Мне страшно, нет слов. Говорят, как с детем, не пускают домой. Только радость, что ты посетил меня вновь. Но я им не скажу, что ты здесь, ты со мной. Каждый день вновь и вновь посещают они. Я боюсь их уже. Милый, мне помоги. Не скажу, не скажу, слышишь? Это запрет. Им спокойней тогда, когда ты мой секрет. Четвертую неделю спустя. Здесь неплохо. Тепло. Кормят, правда, беда. Можно жить. Главное то, что приходишь ко мне. Я привыкла к тому, что в палате одна. Врач сказал, что больна. И причина во мне. Он сказал, что домой он отпустит тогда, когда прочь ты уйдешь, мол, отступит беда. Но зачем же мне дом, если нет в нем тебя? Я и здесь поживу тихо, тихо, одна. Не гони, не проси жить одной. Что за бред? Ты пойми лишь одно. Без тебя жизни нет.